Приморский край, 44-й год. Небольшой городок Спасск. Концертный зал местного дома офицеров забит до отказа. Еще бы, выступает знаменитый Вольф Мессинг. Среди зрителей 6-летняя Луиза и 4-летний Борис Хмельницкий. Они смотрят удивительное представление, затаив дыхание. Столичный гастролер в буквальном смысле завораживал публику. И вот мы целый вечер просидели, когда закончилось все, мы были очень удивлены, потому что что-то такое непонятное было. В воспоминаниях одних он гений, маг, творивший чудеса и влиявший на большую политику. А вот другие утверждают, что заслуженный артист РСФСР Вольф Григорьевич Мессинг, демонстрировавший на своих выступлениях сеансы гипноза и телепатии, был самым обыкновенным шарлатаном, просто сочинившим себе невероятную судьбу. На самом деле он не был ни шарлатаном, он был настоящим, очень сильным гипнотизером. Он обладал очень мощной энергетикой и использовал ее в своих концертах. Говорят, что в эту мощную энергетику верил сам Сталин и использовал Мессинга в политических целях. А потом маг предсказал точную дату смерти Сталина. Причем сделал это во время личной встречи с вождем. И он сказал: вас не станет в день еврейской Пасхи. Иосиф Виссарионович, как известно, умер 5 марта 1953 года в день еврейской Пасхи. Это видение какое-то. Но было это в действительности или нет? Мессинг ушел из жизни больше 40 лет назад, а страсти вокруг его дара провидца до сих пор не утихают. Люди верили, что он обладал этими особыми возможностями, особыми способностями. И, может быть, в этом что-то действительно есть. В 65-м году журнал «Наука и религия» опубликовал мемуары Мессинга, в которых было рассказано о самых невероятных приключениях великого мага. И почти сразу появились рецензии, в которых эта публикация называлась полнейшей выдумкой. Спустя десятилетия уже в Израиле была издана еще одна книга, якобы подлинных дневников Вольфа Мессинга. Но действительно ли они подлинные? Так что же правда? А что вымысел в его биографии? На самом ли деле Мессинг обладал огромной властью над людьми и кому оставил свое, по слухам, огромное наследство? Давайте разбираться вместе. Смотрите прямо сейчас, как сын бедного польского еврея превратился в главного прорицателя Советского Союза. Он с детства проявлял какие-то такие не совсем нормальные способности. За что блестящий актер Борис Хмельницкий, знаменитый Робин Гуд советского кино, всю жизнь благодарил Вольфа Мессинга. Боря никогда не забывал, никогда он сказал: если бы не Вольф Григорьевич, я бы не был актером. Как Мессингу удавалось читать мысли людей и как он находил спрятанные предметы? Расцвет сумасшедшей и, надо сказать, полулегальной славы артиста госконцерта Вольфа Мессинга пришелся на 40-е, 60-е годы прошлого века. Его программа называлась скромно «Психологические опыты». Но набор трюков, а вернее сказать, эстрадных номеров Вольфа Григорьевича всегда производил неизгладимое впечатление на публику. Просили найти какую-то вещь, спрятанную в зале или на сцене, или угадать какое-то число или слово, написанное и спрятанное. Фантазия людей обычно дальше не заходила. Иногда были сложные задания, допустим, найти в зале человека, вытащить у него из кармана какую-то бумажку, почитать, что там написано. Тоже были такие изобретательные люди, но он, надо сказать, справлялся. Так было и в тот вечер в провинциальном городке Спасске. Вся семья Хмельницких впечатлена талантом столичного артиста. На следующий день по приглашению отца, директора дома офицеров, Вольф Мессинг приходит к ним в гости. Пока мама готовит на кухне борщ, Луиза устраивает магу экзамен. Она открывает словарь Даля, загадывает слово «борщ» и прячет увесистый том на самую дальнюю полку.
он зашел и только говорил: «Лузочка, думай». Он объяснил, что «думай», то есть, например, идти направо или налево, и вот надо думать. Это к книжному шкафу, он все время «думай», я все время думаю, а потом там четвертая полка, первый том. И вдруг он так засмеялся и говорит: «Борщ!» Вот это было первый раз, когда я поняла, что это что-то невероятное. Как это можно? В народе о Вольфе Мессинге ходили совершенно дикие слухи. Например, что он владеет черной магией и умеет принимать облик любого животного. Это, конечно, было неправдой. В куриц и лошадей Мессинг никогда не превращался. Но что было правдой? Разобраться в этом не так-то просто. Его имя обросло огромным количеством мифов и легенд. Да и сам он по себе уже давно стал легендой. Но тут много мифов, и они с каждым годом нарастают. Чему способствуют, конечно, журналисты и кинематографисты, которые, естественно, эксплуатируют эту тему. Вообще, откуда появился в СССР Вольф Мессинг? Подлинная история этого бесспорно выдающегося человека начинается в местечке Гура-Кальвария. Это в Польше, недалеко от Варшавы. В 1899 году именно здесь, в семье бедного садовода, родился шестой ребенок, мальчик, Вольф. Или, как его называли в семье, Велвел, что на древнееврейском значит «волчонок». Жилось ему несладко. С раннего детства он много работал, помогал отцу и братьям выращивать и убирать урожай. Но это днем. А вот ночью с маленьким Вольфом происходили странные вещи. Страдал лунатизмом, но что-то такое в нем было, поскольку из него единственного в семье захотели сделать ученого человека, раввина. То есть его отдали в хедер, потом в ешиву. Но быть раввином мальчику не хотелось. Его влекла совсем другая жизнь. Вольфу было 11 лет, когда в Гура-Кальварию приехал бродячий цирк. Мальчик был так впечатлен цирковым представлением с участием фокусников, гимнастов, дрессированных животных, что сбежал из дома вместе с цирком. И постепенно саморазвивался. Потом он стал много считать. О польском периоде жизни Мессинга ходит немало легенд. Например, однажды он якобы помог найти старинную брошь графов Чарторийских. Причем сделал это после небольшой беседы со слугами. Вором оказался 11-летний мальчик, сын одного из них. Мессинг обо всем догадался, всего лишь прочитав мысли воришки. И нашел все ему краденое в голове чучела медведя. Позже Мессинг якобы помогал распутывать и другие, самые сложные преступления. И вообще был одним из самых знаменитых предсказателей в Польше. Но так ли это? Конечно, в Польше тоже многие архивы погибли, но сохранилось достаточно, чтобы узнать, что ни о каких его выступлениях, ни о каких его паранормальных способностях польские журналы и газеты межвоенные ничего не писали. Несмотря на это, Мессинг утверждал, что на его довоенные выступления приходили самые известные люди того времени, в том числе и крупные политики. А однажды на его концерте якобы появился даже сам Гитлер. Якобы Гитлеру не советовал идти на восток, что он здесь потерпит поражение. Его даже арестовали, хотели его ликвидировать. Он загипнотизировал охрану, ушел. Потом всю жизнь Вольфа Мессинга преследовала слава чуть ли не главного личного врага Гитлера. Даже теоретически представить встречу вот такого Мессинга, Вольфа, талантливого, с яростным антисемитом Гитлером, да, это просто не то, что невозможно, это глупо. В Германии его встреча с Гитлером абсолютно исключалась на 1000000%. Но в случае с Мессингом трудно отделить правду от вымысла. Определенно точно, в Польше в период между двумя войнами Вольф Мессинг вел жизнь довольно скромную. Он выступал в небольших цирках Шапито. К началу Второй мировой войны ему исполнилось 40.
Он был не женат, был беден и совсем не знаменит, но обладал поразительной интуицией. Ведь обратите внимание, он понял вовремя, что надо бежать. Надо бежать и бежать куда? Туда, куда нога солдата и эсэсовца не ступит. 1 сентября 1939 года немецкие дивизии вторглись в Польшу и быстро смяли польскую армию. Уже 8 сентября немцы были на родине Мессинга в Гура-Кальварии. Правительство бежало в Румынию. Мессинг понял, что пришло время и ему спасать свою жизнь. Он просто сиделся в Варшаве и потом, наняв какого-то проводника, добрался до Буга и перебрался уже на советскую территорию, как делали тогда многие. И это был судьбоносный шаг в жизни Вольфа Мессинга. Именно в Советском Союзе начнется его действительно невероятный взлет наверх, на самую вершину артистического успеха. Но как это произошло? Как человек без денег и нужных связей, почти не говорящий по-русски, смог так быстро освоиться на новом месте? А очень просто. Он первым делом решил вступить в агитбригаду и отправился в Дом культуры города Бреста. Но он попался на прогрессивного советского чиновника. Такие тоже были. Это Петр Абросимов. Тогда он оказался вот среди освободителей Западной Белоруссии. И в Бресте Мессинг случайно совершенно к нему попал. И тот приказал включить его в состав госконцерта. Чем же поразил Вольф Мессинг советских чиновников? Именно тем, что в итоге и принесло ему оглушительную славу. Умением находить спрятанные предметы с помощью чтения мыслей. Они просто увидели то, чего не видели никогда. Они коммунисты, материалисты, действительно увидели то, что их смутило. Он угадывал, как бы, что у них там лежит в кармане, угадывал слово, которое попросил их написать. И вот здесь начинается самое интересное. Так как же Вольфу Мессингу удавалось это проделывать? На многих зрителей номер с угадыванием мыслей производил поразительное впечатление. Он умел по мускулам, по их сжатию, по поведению человека какие-то определенные мысли у определенных групп людей угадывать, считывать. Сам термин «телепатия» означает искусство улавливать людские мысли на расстоянии. Другими словами, это искусство чтения мышечных реакций на импульсы мозга, так называемая идиомоторика. Это еле заметные движения глаз, рук, губ, которые часто сопровождают мысли человека на какую-нибудь тему. Ну, например, если человек думает о еде, то непроизвольно облизывается. Если о высокой башне, поднимает взгляд наверх. Специалистами описано больше 400 идиомоторных реакций. Причем, чем больше человек волнуется, тем отчетливее эти реакции выражаются. Человек из зала, неподготовленный, волнуется. А Вольф Мессинг брал его за руку и списывал сокращение мышц, похолодание или потепление руки, какие-то еще вещи. И очень точно, вот держась за руку, водил его по всему залу и подводил именно к тому месту, где тот человек чего-то спрятал или кому-то отдал спрятать. Опыты с угадыванием мыслей проводились еще в эпоху Возрождения и стали особенно популярны в 70-е годы 19 века, когда в моду вошел спиритизм. Но, пожалуй, пик популярности телепатии пришелся на 20-е годы прошлого века, в период между двумя войнами. Потом номера с угадыванием мыслей в свои программы включали многие артисты, но такого оглушительного успеха, как у Вольфа Мессинга, у них не было. Он был уникально одарен, в смысле умения наблюдать за людьми и отслеживать их психические реакции, самые незаметные, и на этом строить свои номера. Итак, Вольф Мессинг действительно был выдающимся телепатом, как сейчас говорят, менталистом. Но нашему герою приписывают еще и пророческий дар –
Якобы он и не единожды предсказывал многим людям их будущую судьбу. Именно так и произошло с актером Борисом Хмельницким. Собственно говоря, Вольф Мессинг и напророчил мальчику поступление в театральный институт. Вот Боря учился и поступил, и все получил. Да. Это все Вольф Григорьевич. Их пути снова пересеклись в конце 50-х. Луиза и Борис Хмельницкий приехали в Москву. Борис мечтал о карьере актера. Молодой человек был высок, удивительно красив, эмоционален. Но вот беда. Боря страшно заикался. Как с таким дефектом речи стать артистом? Но Хмельницкие верили, поможет Мессин. Его адрес они узнали легко, в адресном бюро. Пришли, постучали в дверь. Дверного глазка не было. Но хозяин как будто увидел, что к нему пришли молодые Хмельницкие. По-моему, постучали, по-моему, даже звонка не было. И он говорит: Лузочка, Боря, сейчас откроем. Мы ему это не говорили, мы несколько лет не видели. Мы зашли и заходим, он говорит: артистом хочешь стать? И он сказал: Вольф Григорьевич всегда с тобой, Боря говорит. И действительно, словно какая-то высшая сила повела вперед Бориса Хмельницкого. Сестра уверена, что это было не провидение, эта сила Мессинга помогла. Молодой человек прошел все вступительные экзамены и даже хорошо написал сочинение, что в принципе было невероятно. Обычно он делал по несколько ошибок в одной строчке, но теперь его ждал самый страшный экзамен по технике речи. И надо же такому случиться, Хмельницкие перепутали дату экзамена. Пришли в институт, а во всем здании нет ни одного абитуриента. В деканате актерского факультета они встретили секретаршу. В этот момент идет кто-то из великих актеров, Масальский, может быть, таких, который сидел в комиссии. И он говорит: что ребята так расстроены? Она говорит: ну, техника речи была, она была вчера. А ведь никто не догадывался, что Боря заикается. А он говорит: очень хороший парень, поставь ему 5. Им Боре поставили за технику речи 5. Пускай кто-нибудь скажет, что это не помогло Григорьевичу. И мы ему звоним, говорит: я знаю, тебя взяли. Этот забавный случай вполне можно списать на счастливое стечение обстоятельств. Да и потом не надо обладать никакими сверхъестественными способностями, чтобы внушить уверенность в себе молодому и впечатлительному юноше. Кстати, от заикания Хмельницкого потом излечил киевский профессор Дирожне. И это реальный факт. Но как все-таки быть со способностью к ясновидению, которая, как многие утверждают, была у Мессинга? Причем есть реальные свидетели его предсказаний. Например, Луиза Хмельницкая утверждает, что лично слышала от мага пророчество о нашей грядущей победе над фашистами. Это 44-й год был. Он сказал: на следующий год, когда будет так же цвести сирень, мы победим. Он был у нас в мае, и 45-м году, 9 мая мы победили. Это он мог сказать на следующий год, он мог сказать в декабре, он сказал, когда расцветет сирень. Что же получается? У Мессинга действительно был дар предвидеть будущее. А вот еще один, пожалуй, самый известный пример. Это когда артист якобы спас сына Сталина Василия от смерти в авиакатастрофе. Мессинг пришел к Сталину, поняв, что завтра будет полет, и этот самолет разобьется. И он пришел к Сталину и сказал: пожалуйста, пусть Василий едет поездом. Сталин ухмыльнулся. Ну, мало ли что, Мессинг опять что-то говорит. И он сказал сыну: поезжай, и он, и еще 2 человека поехали поездом. И этот самолет разбился. Это кто может предвидеть? Эта страшная авиакатастрофа действительно произошла 5 января 50-го года. 13 хоккеистов из команды ВВС, которой руководил Василий Сталин, летели на матч в Челябинск. Но из-за плохой погоды военно-транспортный самолет отправили в Свердловск, где он и разбился при заходе на посадку. Сына Сталина на борту не было, но и не могло быть.
Известно, что он и не собирался лететь со своей командой, которая отправлялась на Урал вообще за 3 дня до игры. Но имя Мессинга упорно связывали с чудесным спасением Василия Сталина. Якобы он предвидел и предупредил. Это чистая выдумка, это даже не было этого. И также смерть Сталина. Никто не говорит, что он ее предсказал в то время, и он сам этого не утверждал. Он намекал, да, что он был знаком со Сталином, что он у него бывал. Вообще, близость Мессинга к Сталину вызывает немало вопросов. Якобы Вольф Григорьевич несколько раз встречался с ним и даже однажды заявил во время личной встречи с вождем, что тот тоже обладает паранормальными способностями. На что Сталин якобы просто рассмеялся. Но могло ли это быть в действительности? Вот в чем вопрос. Насчет Сталина и наших спецслужб, я могу сказать вам совершенно точно, что проезжали за Мессингом, куда-то увозили, через какое-то время его возвращали домой, совершенно измученного, усталого, но с благодарностью от российско-советской власти. Он долго приходил в себя, но обычно на следующий день к вечеру он был уже готов работать. Психотерапевт Михаил Виноградов лично видел, как Вольф Мессинг приезжал в гости к родителям его друга, крупным советским чиновникам, которые жили в знаменитом доме на набережной. Мы с приятелем в его квартире готовились к экзаменам. Приходят родители и говорят: ребят, переселяйтесь к Мише в квартиру, к нам придет нужный человек. Ну, люди очень высокопоставленные. Мы пошли на выход, идет Мессинг. Ну, мы к себе, он нам вслед поглядел, ничего не сказал, туда вошел. Но когда мы вернулись, люди были в полном ошеломлении. Генерал чего-то у Мессинга выяснял. Но одно дело – окружение вождя. Мессинг был весьма популярен среди научной, военной, промышленной элиты. А совсем другое – сам вождь. Как известно, попасть на прием к Сталину было не так-то просто. И все посетители строго фиксировались в специальном журнале. День, час визита. Вот я знаю, что были встречи, допустим, Сталина и, скажем, Жукова такого-то, такого-то числа. Все эти встречи были официально зарегистрированы в свое время Постышевым. Вот так, так и так. Это точно зарегистрировано. Имени Мессинга в этих журналах нет. Но мог ли он проникнуть к вождю, так сказать, неофициально, минуя регистрацию в журнале? Сам он, кстати, объяснял это тем, что однажды просто-напросто загипнотизировал секретаря. Но могло ли это быть в действительности? Это физически и практически вообще невозможно. Я вот думаю, что со Сталином он вообще не виделся. Да просто потому, что Сталин, в отличие от Гитлера, был человеком как бы не суеверным. Ему такие телепаты были не особенно нужны. Сталин, ну, как бы ничего не говорит, что он интересовался оккультными вещами. Это все мифы. Любопытно, что о встречах Мессинга и вождя мы знаем, собственно говоря, только из воспоминаний самого Мессинга. Вот, пожалуйста, страница 52. Он пишет. Входит какой-то человек с усами, здоровается. Я сразу его узнал. Отвечаю: здравствуйте, а я вас на руках носил. Как на руках? Удивился Сталин. 1 мая, на демонстрации. Впервые отрывки из мемуаров артиста были опубликованы в 65-м году. Там было все. И встречи со Сталином, и дружба с Фрейдом, и с Эйнштейном. Но кто их написал? Он сам или совсем другие люди? Остается загадкой. Я не верю, что это были воспоминания, написанные Мессингом. Я вот не верю просто. Потому что это была какая-то такая спекуляция на его славе. Написать их сам он, конечно, физически не мог. Польский еврей и говорил-то по-русски с акцентом. А писать грамотно и вовсе не умел.
Свои воспоминания Мессинг просто надиктовал известному журналисту Михаилу Хвостунову. Но мы его звали Михвас. И вот нам, молодым, юным, показывают, это Михвас, знаменитый тот самый Хвостунов. И все его очень любили, уважали. Это человек, который долгие годы руководил отделом науки, отделом науки «Комсомольской правды». Очень сильный в то время отдел. Вообще, это смелая идея – предложить знаменитому артисту оставить, так сказать, потомкам воспоминания о своей жизни принадлежала зятю Хрущева, Алексею Аджубею, главному редактору газеты «Известия» и большому поклоннику Мессинга. Это вообще было в духе 60-х. Именно тогда был вал публикаций про всякие аномальные явления. А вот сделать из своей жизни настоящую сенсацию придумал, скорее всего, уже сам Мессинг. Он, вероятно, и домыслил то, чего не хватало в его реальной биографии. Ну, у него вообще была бурная фантазия. Благо, он еще обожал читать детективы, фантастические романы и многое оттуда черпал до своих воспоминаний. Вольф Григорьевич прожил большую, трудную и счастливую жизнь. Ему удалось стать не только невероятно знаменитым, но и обрести любовь. Во время войны в Новосибирске Мессинг познакомился с Аидой Раппопорт. Молодая женщина сама подошла к нему после одного из выступлений. Очень скоро они поженились. И Аида 16 лет будет его неизменной ассистенткой. Он, наконец, нашел женщину, которая была ему предана во всем, и которая разделяла всю его жизнь, всю работу, и он это, и он ее очень ценил. Но семья всегда была для Мессинга на втором месте. Он жил только для того, чтобы выступать на сцене. Помимо телепатии, Мессинг в совершенстве владел техникой гипноза. Конечно, его коронный номер тогда, это когда он укладывал человека на такой спинке, голова на другой, как струна растягивался человек, а потом на живот садился кто-то, кого он приглашал из публики, кто хочет проверить. Кстати, в Советском Союзе проводить публичные сеансы гипноза было строго запрещено, но Мессинг всегда удачно обходил закон. Хотя он был незаурядным гипнотизером, действительно, но позволял себе это редко. В основном уж в очень таких глухих местах, в каких-нибудь сельских клубах, куда его тоже заносило. Вот, или, опять же, среди своих. На сцене Мессинг работал действительно блестяще. И с этим не поспоришь. Он был актером от Бога. Умел производить неизгладимое впечатление на зрителей уже одним своим появлением из-за кулис. А внешне его... Его ни с кем невозможно было спутать, вот эти кучерявые волосы. Он прекрасно себя вел на сцене, прекрасно себя чувствовал. Очень был всегда элегантно одет. Он, в общем-то, выделялся из толпы даже своим внешним видом. За несколько часов до выступления Мессинг искусственным образом вводил себя в состояние предельной психической концентрации. Артист становился резким, раздражительным, даже агрессивным. А после концерта Мессинг едва держался на ногах от усталости. Он был совершенно вымотан и мог, собственно, лежать на диване и день, и два. И жена его кормила с ложечки. Настолько он, да, был истощен психически. Верная Аида терпела все. И резкие приступы его плохого настроения, и капризы, и обиды. А Мессинг был очень вспыльчив и раздражительный. Например, артист терпеть не мог чужих опозданий. Сам, как утверждают, не опоздал ни разу. Внезапная смерть жены от рака в 60-м году стала для него страшнейшим ударом. И он себя очень, конечно, упрекал, что не смог этого предотвратить. Но Мессинг заставил себя вернуться к жизни. А как иначе? Ведь ему нужно было работать. Без публики он не мог существовать. Тем более знал, видел, чувствовал, какое колоссальное влияние имеет на своих зрителей. Где-то в 60-х годах он уже стал и в Москве королем Москвы. Я не помню артистов, подчеркиваю, артистов, для меня был артист именно такого жанра, который бы вот так успешно и так долго, сравнительно долго выступали. Мессинг давал до 200 выступлений в год. Исколесил всю страну, от Геленджика до Хабаровска. Удивительно,
Он сам строго разделял, собственно говоря, того Мессинга, который появляется перед публикой, и того Мессинга, который существует вне сцены. Первый – всемогущий маг, второй – самый обычный человек. Как он писал в мемуарах, что вот я такой же человек, как вы, я там встаю рано, гуляю с собаками, ем свое яйцо в смятку. Каким же он был в реальной жизни? Очень сентиментальным. Например, обожал арию мистера Икса из знаменитой оперетты Имры Кальмана. Человек, ввергавший в ужас особенно суеверных зрителей, сам боялся грозы и никогда не переходил улицу, если рядом не было светофора. При этом он был очень зациклен на себе и собственной персоне. Сыну бедняка из пригорода Варшавы так хотелось быть великим, что он пытался из последних сил убедить в этом всех вокруг. К нему подошла трехлетняя девочка, где-то там гуляла. И он ее посадил, и, тыкая себе пальцем в грудь, говорил: «Знаешь, кто я, деточка? Я Вольф Мессинг». Мессинг регулярно жертвовал большие суммы денег детским домам, давал взаймы знакомым и часто не требовал долга обратно. А во время войны он подарил советской армии 2 самолета. И это уж точно совсем не вымысел, а реальный факт. За это получил благодарственную телеграмму от Сталина. Потом Мессинг говорил, что так вождь оценил все его особые заслуги. Один самолет он в 44-м году вручил летчику Ковалеву, с которым потом дружил. Вот, а второй передал польской армии, которая формировалась в России. Но откуда у артиста могли быть такие деньги? Ведь один самолет, по самым скромным подсчетам, мог стоить до 100 тысяч рублей. Вольф Мессинг действительно зарабатывал во время войны и после большие деньги. По некоторым сведениям, у артиста госконцерта выходило 2-3 тысячи рублей в месяц. Это в 20 раз превышало среднюю советскую зарплату. Ходили слухи о том, что у Мессинга была огромная коллекция бриллиантов, которую он начал собирать еще в Польше. Но существовала ли она в действительности? У него был перстень с крупным бриллиантом, и был еще один бриллиант в коробочке, который он показывал только доверенным лицам. По свидетельствам людей, его знавших, Мессинг жил небогато, если не сказать аскетично, в небольшой квартирке на улице Песчаной. В 1971 году Мессингу присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. А еще через год он въехал в новую двухкомнатную квартиру на улице Герцена. Поселили его, правда, аж на 13 этаже. На вопрос, не боится ли он несчастливой цифры, Мессинг со смехом отвечал: «Я с чертями пью на брудершафт». Он вообще был человек очень дружелюбный, контактный, со многими общался, от Москвы до самых до окраин, любил ходить в гости. Да и вообще, он был самым обычным человеком из плоти и крови. И здоровье у Вольфа Мессинга было отнюдь не дьявольское. Тяжелая жизнь, частые поездки по стране, отсутствие хороших гостиниц и правильного питания сделали свое дело. А еще он безбожно курил. Некоторые утверждали, кстати, что трубку ему подарил сам Сталин. На гастроли в Ужгород Мессинг отправился в октябре 1974 года. Великий прорицатель и не догадывался, что они станут для него последними. Там ему стало плохо. Его привезли срочно сюда уже, в институт Бакулева. И здесь у него нашли сукупорку сосудов на ногах. То есть это уже ампутация. То есть его даже благополучно прооперировали, но у него отказали легкие. Жизнь удивительного мага и провидца закончилась в ночь на 8 ноября 1974 года. Ему было 75 лет. И сразу же пошли разговоры о несметном богатстве Мессинга. Вот только эти сокровища растворились бесследно. Но существовали ли они в реальности? Или были еще одним мифом, окружавшим жизнь этого человека? В квартире артиста обнаружили лишь сберкнижку, на которой лежала всего 1000 рублей. Ну тогда, поскольку квартира была уже пуста, там, можно сказать, был проходной двор, и оттуда вынесли все, что можно. После смерти Мессинга таинственным образом исчезла и его домработница.
Говорили, что она наверняка была приставлена к нему КГБ. В пропаже архива Мессинга тоже обвиняли органы, мол, чекисты все изъяли. И вообще, Вольф Григорьевич оказывал им определенные услуги. Но работал ли Мессинг на КГБ? Документальных сведений о помощи Мессинга органам нету, к сожалению. Если они появятся, это будет очень интересно. Может быть, кто-то из молодых еще доживет и узнает, что, не знаю, Вольф Мессинг был, полковником слишком, допустим, майором Комитета госбезопасности, во что я не верю, вообще ни на секунду, в силу абсолютно понятных мне обстоятельств. Вообще внушать мысли на вербальном уровне, разговорном, или сидя где-то на приеме с человеком, которому надо что-то внушить, сегодня наши специалисты могут это все делать. Не так давно в Израиле были изданы очередные мемуары Мессинга. Но и их подлинность тоже вызывает сомнения. В них говорится, например, что Мессинг еще в 70-м году предсказал великое будущее Михаилу Горбачеву, тогда еще первому секретарю Ставропольского крайкома. Якобы однажды телепат воскликнул: «Вы видите у него метку на голове? Это царь!» Вероятнее всего, это выдумка. Когда якобы случилась эта встреча, Горбачев еще не облысел, и родимое пятно было закрыто волосами. Вряд ли Мессинг мог его увидеть. 90% всякого ясновидения – это или умелый самопиар, или просто обман. Обычно задним числом. Когда или сам вот этот мнимый ясновидец приписывал, что он предсказал какое-то событие после его совершения, или это делали восхищенные современники. И тоже было с Мессингом. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет. Будь смелей, акробат. Это же о нем самом. Все эти годы Вольф Мессинг был таинственным и непостижимым мистером Икс, главным магом страны именно в то время, когда ее граждане больше всего нуждались в чуде. Но у этого чуда было вполне материалистическое объяснение. Каждый раз перед концертами Мессинга конференсье говорил зрителям, что ничего сверхъестественного в том, что им показывают, нет. Каждый может при желании освоить чтение чужих мыслей как счет или умножение. Главное – упорство и труд. Пожалуй, этому умению верить в собственные возможности и силу своего разума нам всем можно поучиться у Мессинга.